Я тебе сейчас здесь скину, где дерево. Так, Артём, тебе сколько здесь хватит дерева? Да, все скидывай. Ну на, сколько есть. Я уже как в Майнкрафте на Е открываю. А как тут крафтить? Чё? Верстак нужен. Ну, Артём вроде был. Ну, у меня был, но я его ему не дам. Короче, просто копай, видишь, деревья слева. Вот, пойди, да, покопай, иди, вот, и нажимаешь, что, короче, такой на Escape, и там будет слева верстак. Артём, вода пошла, надо её убрать. Какой ты тупой, тебе, боже. Да ща она вот эту изъездит, умрёт. И зайдёт. Вот я сделал, короче, верстак. Да, попадаюсь, какая-то хуйня. Артём, а как воду слить? Ебать. Ща воду садим, подожди. А, она бесконечная, да? А чем мы ее не сольем? А чем как воду слить? Слить у фибелку. А чем воду слить, как ее вообще? Фибелка, я не умный. О, смотри. Все. И закапываем, короче, ее тут. Гений просто. Саша, вот перл ко мне. Перл? Бьёт, а, я понял, да. Убить. Тут какой-то перл можно сделать. Так, Артём, начинай. Вот на одному пока этого хватит. Ставь тут уже, начинаем. Смотри, вот тут будет дверь первая, ну, входная. Да, сейчас подожди, я только дверку сделаю. У нас во всех домах, Саш, по две двери, поэтому. Да, у нас есть. Этого хватит, Артём? Этого хватит? Да, вскопай немножечко. Копай, да. Копай меня. Саша, отдай мне сейчас свое дерево, Саша. Ну, отдай мне все свои деньги. Сейчас, погоди. Дай мне сейчас свое дерево. Сейчас, погоди, дай я буду посмотреть дерево. Белка. Ладно, отдай. Я убил, короче, белку, я тут убил. Эскейп на дерево, правой кнопкой, левой кнопкой мыши и на пустое место. Экран. Я хочу на Е открыть инвентарь, но у меня есть кнопка. Ну, лево только мышь, но... Escape нажми. Нажал. О, дерево выросло. Правый нажми на пустое место. А. Ага, спасибо. Ну, а как мне не хотели бы... Жалко, что у нас нету крюка кошки. А, да. Ну, хотя и хорошо, что у нас его нет, потому что... Из-за крюка кошки я больше с Тимофеем, короче, не играл в эту игру. То есть там лишит одно древо, короче. Так. Все на моё. Ну, а мне нужно еще подняться. Еще надо подняться. Еще надо. Как же без крюка кошки строить удобно? Может, а может сделаем, Артём, такую штуку? Знаешь, типа, ну, двойную, как я сейчас сделал. Это, у меня на мобильной версии был дом, короче, в этаже. И на каждом этаже жил по несколько людей. И там на каждом этаже была определенная секция под что-то. То есть, вот, например, на втором этаже у меня была тут тёлка, которая... Тут дверь сделай, Артём, вот. Зачем тут заделал? Просто вот так просто стоит и всё. Я не хочу больше древо тратить на... Ну ладно, оставь так. Я сделаю сейчас мостик. Да, могу сделать. Вау. Так. Печка. Бум. Бум. Да. Бум. У меня 3 защиты. Нифига, ты уже печку сделал. Я могу сделать себе лук. А вот только стрелы не могу себе сделать. Артём, сделай стены. Эти деревянные. Мне хватило на всего. Мне хватило всего лишь на 636. О, стрелы. А у меня нету дерева на лук, Артём. Я на все дерево скратил стену. О, спасибо, Артём. Саня, вообще не понятно, что там делают. Давай, короче, у нас на втором этаже будут каменные стены. Построй. Я же там тут проход делаю, да? Между прочим. А, ты там что-то делаешь, я не знал. Вот так хватит, Артём. И там дальше тут каменные, да? А почему я не могу убить дерево?
почему именно тут дерево? Потому что ты, наверное, рубишь его не топором. Он заработал кирпов, рубится с камнем. А, вот мне кажется, что это не дерево. А, потому что ты это дерево скорее всего поставил. Он, нет, он нашел большое дерево, помнишь, там еще судит? Да, вот я помню. Оно тогда топором не рубит. Теперь у нас, короче, нету камня. Так, а скажите факеларчем. А, я все сейчас остальные стены. Я сейчас остальные стены переделаю в дерево. Есть все немножко факелов. Саш, ты где нашел? Господи. А. Стой там. Сейчас приду. Где я скажу, что не надеюсь. Ты там только не умри, ладно? Меня сразу из веревки выпало. Откуда? Из чего-то. Ща приду. О, мне какой-то гелий 20 монет выпало. Ща. Монета крутая штука, ты нам их, короче, отдавай. Саша, наверное, Саша, наверное, слизни убил, короче. И ему выпало. О, мне выпало 2 геля откуда-то. А, Саша, с другой стороны. Я думал, там больше... Ты разбегался слева, идиот! А я просто увидел гида и подумал, что, короче. Ща приду, Саша. А зачем тебе? Да потому что надо. В смысле, надо включить голову Парижа? А, ща, подожди, я его выключу. Я не хочу. У меня открытые веревки есть. Что ж не можешь сделать? Да, это... Это бесполезная ненужная штука. О, да, если веревка это классная штука. Закрывайся, чувак. Уйди, уйди, уйди. В смысле, что там делаешь? Чё? Нет, не могу. А сломает эту дверь? Кто? Нет, это не нет. Нет, они, нет, они могут открывать дверь только когда этот ночь идет. Кровавая луна. Да. Саш, где ты нашел дерево? Там, влево. Там Тимофей, вообще свой зомби побежал. У меня там нету зомби. О, 70 монет. Гипербол открываем, без хп стороны. Ну, кстати, у меня куча есть... Короче, Тимофей, Саня не командный игрок, его нужно ликвидировать. Слышь, ликвидировать? Ну, ты передо мной дверь закрывал, и все. Я потерялся, я хочу упал туда, а тут тетина, меня какой-то чувак бьет. На где? Я съел гриб. Во, окно изготовления. Да, вон. И, короче, чтобы крафтить что-нибудь новое, тебе нужно будет подходить к... Вижу. А как сделать лестницу, типа? По лестнице нельзя. Это чувак, я сейчас умру, пацаны, сейчас умру. Ну, Тимофей там умирает. Тимофей, тебе 23 хп, с этим можно, не знаю, там босс убить. О, да, каменная стена, где камень взять? Я вообще тут потерял. Копать камень можно. А если давайте мы типа сделаем шахту нашу вещь. Да у нас я есть потерялся. Артем, ты не можешь факелы принести, пожалуйста? Нет, нет. А как сделать? О, все не надо. А, во где находился. О, звезда упала. Короче, пока у нас будут такие стенки. Конечно, Тимофей перфекционист скажет, что это плохо, но, кстати, по-моему, выглядит красиво. Земля в перемешку с... Говно. С камнем выглядит, ну, это достаточно так ничего, это, скажем так... Я еще могу выглядеть, всё, я сдох. Ну, в принципе, Тимофей потерял только деньги, поэтому... 8 меди. Вау. У меня 87 меди. Артём, определяйся с классом, ты будешь кем? Магом или как? Тимофей, я пока-то был смешанным классом, то есть не кем. Нет, я, наверное, опять в магию сейчас пойду. Продвижение я, наверное, пойду в этого. Артём, убери это говно. Тимофей, ну пока у нас нету ресурсов, поэтому... Да я могу сделать деревянный стиль. У меня закончились. Убирай все это. Да пусть пока такое будет, Тимофей. А вот тут вообще красиво смотрится, видишь, да? Убирай все это, Артём. Все красиво, смотри, Тимофей, это лучше. Красиво, молот и убирай все это. Я не могу скрафтить молот. Ну вот что могу скрафтить, это себе подожжу. Я скрафтил. Ну иди убирай. Я из-за Сани чуть не умер, он тут взял, скопал какую-то жопу. Вообще Саша какой-то не командный игрок. Да, его нужно дисквалифицировать. Мы
вообще ничего не делать. Смотри, я хотел там сразу тут прокопать, да? Я прокопал уже более чем, ты тут копаешься. Ну если сдохнешь, ты резнешься на около дома. Точнее, в доме. Ну, точнее, не в доме, а, ну, что-то типа около, но не около. Вот, не знаю. Да, там, ну, это смотря, где мы построили. Я бы слышал, короче, Саня находит меч, который как бы закопан в земле. Ты знаешь, что с ним такой меч, да? Да. Я его находил. Я тоже находил. Причем у него не лучшую версию, а лучшую версию. У меня кончились все, но кончились есть дерево. Хотя бы тут свои. Теперь у меня есть стак земли. Артём, ты засунешь тут все эту землю, да? Люфи, засовываю уже в карманы, по синхронам. Я то, что там звёзды падают. Да, какой-то, конечно, звук. Ну, короче, я сделал, что у нас деревянные стены переходят в эти... в земляные. У меня просто дерево кончилось. А тебе вообще что-то ещё говорил по поводу того, что типа ты... У меня дерево кончилось, отличие от тебя. А Тимофей, у меня тоже все кончилось. Слома теперь на тебе, здесь теперь что там, земля короче. Ооо! Меч нашел. Куда? А дай ее. Мне нужнее. Так. Так, это как у вас под собираться? Разбираться очень просто. Смотри, ты такой берешь, короче, вот, ставишь шпил, появляешься сверху. Ну, такой, по-моему, тут нельзя кил прописать, ну да ладно. Я застроил, Артём, смотри, как... У меня просто дерево кончилось. А, на, стой, на, забери себе. Земляная стенка. Я не могу делать каменный меч, как в Майнкрафте. У меня есть лук. У меня оборона прошло. У меня есть лук. А у Саши есть лук? Или он у меня скрафт? Я кофе все равно занимаюсь, честно говоря. Ну вообще, мы видим. Он... Саша, иди-ка сразу в ад дорогу. Прикол. Да. И там даже босс есть. Да, главное. Сложно. Ну, смотря в каком. Ну, после него начинается просто ад. А, да, в харди мод переходишь. В харди мод переходишь. У меня, пацаны, есть две звезды, я не могу. Если могу, должен скрафтить стрелы Джестера, кстати. Ну, кстати, да, прикольно. Если я скрафчу одни. Давай. Быстро. Отстрели. Тут подставил меня. Мне линза выпала. Мне скучно, я выхожу, да. Давай. Вниз выходишь, не. Ты же очень интересно, смотри, у меня есть камень. Да, я могу с камень заработать. У меня есть вот камень. А я вижу, где Артем находится, кстати. Саша, нажми Escape и выбери синих. Я может не сделал милюк, я не знаю. А, иди ты крафти. Стены ставь. Да, просто стены ставь на место эти и все. А, да? Ну вот я тупой. Можете мне помочь, пожалуйста? Нет. Артём застрял. Что, ржёшь там, да? Угораешь? Я... Может, ты сделай нормальный, типа, подъём? Фил, у нас нормальный подъём. Вот тут из земли построил, ничего чего. Из говна и палок. Из верёвок палок. Ну и говна тоже. Ну ладно. У меня стены кончились, чего?
Но да, они быстро заканчиваются. Намного быстрее, они же появляются. То может это таймсет? Нет. Что за говно игра вообще? Классная игра, но лучше, чем Майнкрафт. Да. Кстати, на нее обновление достаточно давно вышло, которое очень много чего изменяет. Это последнее вроде дополнение. Ну, да, я видел. Можно было бы, в принципе, его скачать и... Артем, пошли в другую сторону, там, по другой стороне, ну, в обратно тоже дерево. Да, а там сундук. Так, вообще, я пошел на поиски... Ничего нет, практически. Я пошел на поиски сундуков, давайте. Ты такой, Саша, сундуков? Не смею, да, я знаю, что... Саня. Просто, короче, Саня шарит. Все сундуки отдавай мне, Саня. Не отдавай ему ничего, Саня, он вообще плохой. Он все время, короче, забирает все сундуки у себя забирает, а мне оставляет максимум резиновый, сам знаешь что. Ну, тебе нужнее. Только за панчи. Нет, я тут потерялся. Хочу в радугу. Артём, пошли в радугу. Ну, без Тимофея скучно будет. Понял, да, Саша? Ну, хотя если я вспомню, как он говорил, что у меня комп говно и то, что меня не тянет, я хочу. Убей, ты меня за жизнь убьёт! А, вот сейчас, сорян, спорим, если у меня, короче, еще раз подобная фигня произойдет, Тимофей скажет, типа, фу, комп говно, да? Я нашел какую-то шахту, а в ней даже сундука нет. Говно, а не шахта. Саня, зайди за этих желтых. Нет, за синих. Мне просто неудобно смотреть, где он. Да за синих зайди, Саш. Ты в один момент мы его грохнули, и через квестер. У меня факела кончится, а мне не есть что крафтить, а я потерялся. А вот они типа... О, Алиса включила его. О, я ничего. А как его здесь отключить? О, нормально. Не, включу, у нас мы всех включим. Значит, пока. Не хочу. Пока. Я прям в дом слизи запал. Я, короче, нашел книжка. Сундук, а я тут беру. А ты крыс, Артём, сундук нашел. Ну не сундук, а вот это вот древо, которое. Тут мне выпало зелье возвращения и зелье здоровья. Все. Ну еще зелье. Денежки и еще так. Нет, вообще потерялся. У меня тут один факел, и я с ним пытаюсь выжить, понимаешь, да? У меня 20 штук. А у меня один факел и 3 дерева. Все, у меня кончилось дерево. И я теперь пусту. Набью себе еще дерево, но только у меня факел все равно один. Как хорошо. Я не могу найти. Нет, слаймы с одного удара не убивают. А чем же я не могу найти ни один сундук просто. О, сундук нашел. О, знаешь, Тёма, пылкая духовая трубка. 4 да, здесь, да, или возвращение, 3 граната. Классно, да? А если еще строится, не... Слушай, нет, не дерьмо. Ну, а тут слизни, Артём, сейчас умру. Я хочу потерял свой единственный факел. Какая мразь. Нет, червяк. Ой, нашел дерево. Червяк напал, который скоро.
сквозь всю карту фигачит и бьет тебя. Как будто пожиратель миров. Вау! Я его один раз ударил, он, короче, ушел. Он вернется. Ты же знаешь. А тут у предметов есть по? Нет. Нет. Не бесконечно. Я почти его убил. Я нашел зимний биом. ХП на один удар остался. Я нашел зимний биом, а в нем даже сундука нет. Че за говно? Мне не даже факел. Если я сильно заезжалась. О, 5 факелов супер осколок говно. Короче, не пойду. Жестко за зоопарк. Мало, чё мне? Мало, чё бы я делал? Алло, а где мои факи? О, господи. Нет, нет, я сейчас умру опять. Так, чё-то... Нет, нет. Артём, я пытаюсь выжить, нахуй. Просто. Ну, у меня Тимофей тоже один слизничек не запинал. Он просто был на возвышенности, а я был на низменности. И, короче, мой меч он не доставал. Вот у него и плюс 12 этого. Я вспомню. Я вообще не могу найти Артём ни одного сундука. Нашёл один, ну вот и говнище. Размер точно. У меня хотя бы есть зелень возврата. Придется бежать через 3000. О, Артём, у нас так классно сгибло. Опа. Потом увидишь. Вот как же офигенно с мапа сгниет. Боже, каждый бой со слизнем, это какая-то... Я тут застрял, Артём. Я пытаюсь вышить просто на 5 кусках дерева просто. Я надеюсь, ебатил. Якуш, мне надо в круг будет отойти через 10 минут, минут на 20. Собака какой. Нет, маму встречать. Она же со мной, в смысле. Через вас никто не поржал. О, Тимофей поржал, конечно, все. 2 минуты? Ну ладно. Я потерялся. Я же нам тут древесину добываю, да, вообще-то нет? Да она вообще потом на... Я ему уже в дальнейшем вообще не нужен. Похуй. Тут лед от меня, я не могу с него браться на возвышенность. Господи, я не могу найти ни одного сундука. Я Тимофей обрыскал полностью одну пещеру, знаешь, что я там нашел? Ничего. 4 топаза. Ага. Меня бьют ледяные слизни, они меня замедляют. Просто я вообще потерял. Я так и не вижу ледяных слизней, а особенно вот этих вот, смотри, которые стреляются, они просто какие. Они сначала по тебе стреляют, носят достаточно большой урон, а потом еще тебя ядом коротко. Артём, я почти дошел до середины, ну, точнее, до конца карты и не нашел. Я нашел один сундук, в котором было какое-то говничко. А джунгли это половина карты? Не знаю. Я вообще не знаю, где я. Мне дерево, чтобы... Я один урон, цветочку наношу, ты что, образел? А у меня 27. Ой, я вышел из зимнего биома в обычный. А я сегодня не так не... Мне чтобы подняться, мне не нужны блоки, которых у меня нет. О, песчаный биом, я может не дальше. Я нет, нет, тут стрелять не кардин, тут стрелять.
У меня есть 8 песка. Ну ты мощный. Я не могу. Не, я нашел данж, Артём. А кто этого? В смысле? Это в пустыне. А-а-а. Так, и в нем сундук, и в этом сундуке маска фараона, платье. Там кусочки упало. И мешок с растениями, прикольно, да? Мешок с растениями Тимофей украл, это нужная вещь. В нем нужно растения складывать наверное. Я хочу накопать 164 этой херни, мне хочет дальше лень. Я спускаюсь. А что, у меня есть 10 золотых камней. Я думал, может быть что-то полезное будет. Нет, там у меня выпала маска фараона. Так, и было стоит 400 зимних джунглей. Фу, в смысле? А, короче, среди джунглей. Я преодолел, вау. Знаешь, ты что в... О, в мешке со стены? Никому не нужны семена. Я делал вот даже, может быть, какого-нибудь ковер, самолет или какая-нибудь банка с, не знаю, с вихрем. Нет, платье фараона, Артём, ты чё? Даже гораздо круче. Мне выпало один. Я хочу мышку по 20 урона, это просто... Ещё одна. Нет. Я до конца карты. Я нашел целый один данж. О, чем у меня есть 20 золотых. Ты, если я сдохну, теряем их все. Ну и все половину. Больше половины. О, все, кровавый биом, я тут сдох. Ты возвращайся домой, у тебя же есть зельки. Ой, я нашел дерево, Артем, спустя этот... Да не крал бьем, это не поступает. Ну чё, не могу стенки делать? Ну просто на тебя убить могут, есть 21 монеты, чё. Так, я нашел. Я упал. Это тебе урон не нанес, поэтому, в принципе... Как я ненавижу эту чё мышь! Она взяла, скинула с этой фигни. Ну лох, чё. В этом в этом дереве, Артём, были бомбы, железные следы, жезлы листьев. Ну, короче, ничего полезного опять не нашел. Ты куда, Артём? Ну, не хочу говорить, бегу в ванну. Ну, зачем тебе? Надо кончать умыться. Сейчас, Артём, как крава бьём. Я тут живу на 23 веревках просто. У меня вообще нет уже. Две, тяжёлые, две. Что ты найдёшь? Я умер. Я вообще сейчас ночь начнется и вот я потерял один из золотых монет. Я жду, что ты половину. Это сходи в сундук его задень. А что Саша уже сделал? Эту игру. Что Саша сделал за всю игру? Много чего просто замечает. Ничего не сделал, понятно. Лучше хочу воевать с этими слизнями. Саш, молодец, классно играешь. Всё, Артём, пошли малиновку, мне надоело. В смысле малиновку? Саш вообще ничего не делал. Так что, я не знаю, что надо было делать, а? Ну, искать сундуки. Тем бы из нас пошёл. Да, искать сундуки. Я ресурсов на раз делал. Дерево не ресурс. Зачем мне это? Он сделал 126 деревянных стрел. Я стрелы не делал, ты чё?
А ты не скинул стрелу? Смотрите, кого убили. А, тебя я вижу. Говно убили. Все, Артем, выходим. Не сохраняйся. А как? Не, 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 не